Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего YouTube-канала, с вами Артём, и мы продолжаем играть в Stonehearts. Ничего не предвещало беды, тут напали волки. Я-то немножечко поиграл вне записи. Ребят напали, вот костерочек их, они тут постоянно появляются. Я решил снабдить турельку, она сейчас шмальнет минимум раз. Но мне кажется, волк его догонит к тому моменту. Но турелька шмальнет, как минимум. Да, он догонит его. Это кто? Это ткач, в руках у него, кажется, прялка. Да. А, так ты даже вообще не туда бежишь. А ты не стреляешь. Типа зачем? Надо. У волка минус 40 хп. То есть одна такая штука сносит 40 хп. А, так, тут еще пара штучков. Ну, это воры. Это воры, мы зря переживали. Вы можете делать, что хотите. Это воры. Воры не нападают, они что? Правильно, они воруют. А, воруют ресурсы. Ну, им... недолго осталось этим заниматься. Минус волк. Ты попытался украсть, да, но тебе не получилось. Да, кстати, зайцы приходили. Точнее, ушли уже. Оставили нам две корзинки и один стол плетеный. Вот, все. Сейчас эти еще помирают быстренько. Да, 4 турельки. Это 120. Да, 120 вроде. А у него 60. А у тебя 120. Ну вот, смотрите, что... ой. 120 осталось. Да, приближают захватчики. Опа! Схренали. У нас минус человечек. Сейчас будет. Беги по-братски, тебя прошу, беги. Как тебя... беги, беги, беги. Турелька, отвлеки на себя. Минус турелька, короче, да. А, жопа, жопа, жопа. Как они там появились? Ребят, спасайте его. Они бегут под турелькой. Они... турелька им жахнет. Но они полезут... да, они лезут к ней. Все. Минус турелька. А можно как-то... ну, поставить вот так ее. Она успела жахнуть по ним, но хиллеры отхилят их. Так, вон наша толпа идет. Рыцарей круглого стола. Так, вы все, вы можете спокойно дальше строить. Не ожидал я. Вот я не ожидал, что ты сейчас еще откиснешь, скорее всего. Так, приближаются дракончики по 3К. Давайте купим двоих. Мы давно уже не производили что-то на экспорт. Один тесак. Ну, давайте его сбагрим. Он столько денег стоит. Так, это можно продать. Эти щиты можно продать. Да и пока все. Стоять. Иди отсюда. Иди сюда. Да, это изичный способ. Так, у нас там ни черта нету. Все, давайте, выносите их. Турельки сейчас свое дело сделают. Если бы еще вот эти шмальнули, было бы идеально. Ну, я не знал, с какой стороны враги будут нас нападать, поэтому, как вы понимаете... так, ты, иди вот это вот. Вот этого вот выноси. Только давай вот этими стрелами. Все. И потом кого-нибудь отправим. Так, это вы можете уже убрать. Спасите человечка лучше. Кто там пойдет на спасение человечка? Мы тут активно наваливаем по всем, поэтому у них шансов нет. Турели наваливают, все, хиллер минус. Ты, давай вот этого дальше коси. Да, ничего не предвещало реально беды. Сначала волки, потом эти гады. Ну мы все почти докосили. Подождите, если вам нечем заняться, то идите вот сюда. Добейте всех здесь. Все. Нафиг. И надо строить, короче, еще одну вышку прямо вот здесь. Вот. Хотя бы вот это вот достроить. Они вон снесли, железо одно оставили. Нам нечем застраивать ее. У нас пока вышка строится, она скоро будет готова, но это еще... до этого еще очень много времени. Так, забирайте все, что тут они принесли нам. Да, ты поставь пока големчика. Все, свинка активирована. Главное, чтобы чувак не отъехал. У него сколько сердечек? Он еще и голодный, без сознания. Ну, да, мне написали в одной серии, что надо смотреть за предпочтениями. То, что они любят, то, что им нравится, и то, что они не любят. И как я понял, это надо устанавливать именно у себя в домах, но... у них домах. Но типа нет, потому что это дохрена, это очень дохрена, это все выставлять. Я задолбаюсь этим заниматься. Так, вот вы, например, все можете сейчас резко побежать вот сюда. Просто резко. Вот. Так, тут у нас деревья высаживаются, срубаются, все хорошо идет.
Так, те два волка до сих пор там тусуются. Я просто иногда слышу, такие турельки как будто стреляют, а вот по ком они стреляют, непонятно. И тут, видите, уже построена, а область не открыта. Это потому что големчики бегают. И если там будут строить люди, то тогда область будет открыта. Если там будут строить големы, область будет не открыта. Даже если с учетом того, что они будут ставить туда эти турели, то все равно область будет не открыта. Так, а мне надо в кузню зайти. Как у нас тут дела идут? Ну, тут как обычно. Кто-то чем-то занимается, кто-то что-то делает. Ну, тут много чего делать. Я вот думаю, кольчугу удалить. Хотя, мне кажется, зря я это делаю. Ну, да ладно, у них броней пока и так навалом. 6 защиты нет. У вас 10 защиты. Блин, давайте штучек, ну, реально 5 сделаем и 5 вот этих. Они крепкие, хорошие. Я просто не думаю, что у нас у всех есть. Потом как-нибудь в конце добьете их и все. У нас вон человечка тащит. Надеюсь, донесут. Я не хочу, чтобы он отъехал. Я не хочу строить церковь, кладбище и все такое. Хотя можно было бы, почему бы и нет. Но у меня архитектура полная, полностью на нуле в моем плане. Я плохо строю, да. Креативность у меня как бы есть. Я там по обороне, по всему этому у меня как бы все есть. А вот со стройкой нет. Так, жилу угля. Так. Вот так. Это получается... два блока вниз. Так, берем лестницу, делаем ее полой. Берем, строим из камня. Ну, давайте из серого. Строить. И еще одну лестницу мы построим приблизительно вот отсюда. А-а-а, она не в высоту не лезет. Ясно, она не лезет в высоту. Окей, ну сюда можно спуститься, да, как-то? Да, сюда даже можно подняться. Ага, тут никак уже, да? Ну это далековато очень. Такие лесенки строить. А вот, давайте-ка продолжим пока копанием займемся. Не-не-не-не-не, давай подними меня. Ну давай, выше, выше. Жил угля у меня прям перед носом должна быть. Так. Она большая, она выходит в две стороны. Да, мы гору тут конкретно так подроем. А, она небольшая даже? Ой, как обидно. Как же обидно сейчас было. Не, уголь нам нужен, а вот... я вижу там, что он внизу еще есть. Я просто думал, что тут уголька будет побольше. А, погоди. Вот это уголь, да? Это жила угля. Прекрасно. Давайте еще вот тут вот сделаем раскопочки. А то наши големчики уже давно ничего не копали. Им бы хоть чем-нибудь заняться. А то бедные там, наверное, сидят фигней страдают. Как обычно. Так, а теперь давай вот так вот. О, идеально. Даже на одном уровне. Так, давай продвигаемся сюда. Там ни черта. Каким-то макаром. Не знаю, что это за... Ой. Удалить. А, это вон там блоки. Все, я понял. Я все понял. Так. Далеко ли она продвигается жила? Сейчас хопа, опять огромная куча, да? Уголь там нужен был вроде для чего-то. Не помню для чего. У меня 19 FPS. Ой, ладно, фиг с ним. Чуть продлимся подальше, не страшно. А мы сможем как-то сюда попасть, на этот кусочек острова? В принципе, да. Вот прям через вот это... О, три турели готовы. Охренительно. Офигительно, я бы даже очень сказал, шикарно. Так, раз, два и три. Все. Как только их поставят, мы закрываем, убираем лестницы и вам кирдык. У нас как минимум еще кусок обороны готов. Но оборона тут будет долгая, очень долгая. Пока мы не поставим последний годок, как я понимаю, у нас должны еще нападение гоблинов быть одно, минимум. Вот, и потом нам еще надо ставить гонг.
Я надеюсь, что здесь будет очень много щупалец и очень много монстров, потому что если нет, это все фиаско, жесткое просто. Они могут появиться, кстати, посередине нашей деревни. Так, ну так и будет, в принципе, я уверен. Мы сначала тут все построим, потом оборону потихонечку будем сдвигать вот сюда. Тут еще, наверное, штучек 5 поставим. Тут 1, 2, 3, 4 и вот тут 5-ю. На всякий. Ну, тут, я думаю, достаточно. Есть только, может, вот тут еще одну. Ну, фиг его знает. Нет, достаточно, в принципе. Вот, тут все уже построено. Так, тут как дела? А, тут лестницу убрали. Так, это уберите. Так, тут все лестницы убрали. Прекрасно. Так, тут сейчас уберут. Блин, гребаный дождь. Так, тут и так их не было. Уже так, тут все вроде. Они, короче, стали еще вот тут вот спавниться активно. Не знаю, с какого фига, ну да ладно. Пусть спавнятся, кто им мешает. Так, что у нас? О, еще одна турелька. Превосходно. Еще одна турелька. Два тотема даже есть. Еще одна турелька. Я все же хочу вот тут их повыставлять пока что почему-то. Не знаю, мне такое желание их тут выставить. Все. У нас на базе мы их, как говорится, в любой момент можем выставить. А тут вот как раз нет. Ты у нас занимаешься, турели клепаешь для турелей. Ты у нас шкурами занимаешься, которых нет. Но есть очень много ниток, которые никто не делает. А у нас сколько швей? Швей. У нас швей 2. Ладно, окей. Они сделают, я в них верю. Так, вернемся к городу. Дальше что? Каменщик. Ну, каменщик хреначит турели 24 на 7 просто. Каменщик молодец. Давайте еще закажем 10. И вот этих 10. Благо камня и самого железа у нас до хрена. Закажем также... Сколько надо на строителя? На строителя надо... Это шахтер. На строителя надо 3. Давайте закажем еще... 6 и 2 строителей. Так, стоп, где там? Вот так вот, да, сейчас мы их передвинем потихоньку вверх. Кстати, я всегда думал, а вот тут вот двигать не легче? Да вроде нет, кстати. Кстати говоря, вроде нет. Так, и големчики. Все, с этим разобрались. Кузнец у нас тут, он что-то делает, но вот пропустил тут очень много. Ну ладно, мы в него верим. Они пока один заказ, по идее, не доделают, они к другому не приступают. Тут я наклепал ему всякого, чтобы он просто был 24 на 7 хреначил. Ну, инженер наш, конечно же, куда же без инженера. У вас не хватает железных. Но этих бронзовых до хрена, железных не хватает, вы их сделаете и будет все хорошо. Так, ладно, все. В принципе, я думаю, наверное... Блин, я даже не знаю. Как бы сейчас много интересного-то не будет. А, стоп, мы же хотели сначала выставить оборону в нормальных местах, а потом уже это... Потом уже заняться другим. Так, это кусок обороны у нас идущий вот отсюда, в... Они что-то, короче, ленятся и не хотят мне выставлять мою оборону. Вот эту вот. Жопа ленивая. Ну да ладно. А вот. В принципе, я думаю, наверное, тут сейчас из интересного ничего не будет. Но если кто-то появится из монстров... О! Да. И еще раз да. Вот откуда они взялись? Я без понятия. Они бегут с костра. А нет, ну иногда они, конечно, просто спавнятся. Приближается чувак с кроватями и мебелью. Да спасибо, братан, но нет. Мне надо сейчас что-то на экспорт клепать. А мне нечего клепать на экспорт. Мы, кстати, 2 дракона получили. Этот, не дракон, а как он там, грифон. Он огнем пышет. Прям вот я видел, как он там сжег там всех пламенем. А этого у нас нету, наверное, сейчас, да, в поселении? Где ты? А, ты есть? Кстати, с ним собака бегает. Должна собака с ним бегать. Ты что, собаку потерял, чувак? С ним должен бегать этот... пудель. Его, любимый. А где он? Ну, не пудель. Я не знаю породу этой собаки. Короче, охотничья собака.
Да я знаю, что враг приближается. Ему уже вон. У него первый уровень, ему уже 48, он за один выстрел снесли. А сейчас счет мало. Но он еще и горит. Вон второй лучник подключился. Кстати, это хорошие лучники. Ну, как вы понимаете, это лучники 6 уровня. Но у них топовые луки по 35, которые наносят. Охренительные. Но у них нету кольчуги. С хрена ли они ее не одевают, непонятно. Но все, ребята наши пришли, они всех выносят, мы не переживаем за них. Вот. В нашей горе мы сейчас еще кучу дыр наделаем, дабы добывать будем ресурсы. Вот здесь просто еще уголь есть. Вот он. Жилы угля. Вот они прям идут, да? Ну пусть там махач идет, нам вообще все равно. Давай, короче, в самый низ. Давай на паузе, в самый низ спусти. Не. Ошибочка. Во. Так. Да, пусть они уголь добывают. Уголь нам понадобится. Он вроде как раз в переплавке задействуется. Просто вот это вот плохо. Мы ту жилу, скорее всего, не добудем. Так, там что-то произошло. Кто-то прибыл, скорее всего. Мы ту жилу не добудем, которая над нами, потому что, ну, не получится никак ее добыть. Ибо, как сказать-то, мы провалимся в дырку. Поэтому мы, скорее всего, отменим там добычу. Так, что там? Дерево ты мне принес, спасибо. Давай, еще на пятачок. Вот, жила идет. И она прям под этим. Поэтому мы останавливаем вот эту и вот эту. Это как раз входная. Вот, поднимаем на 5. Говорю, поднимаем на 5. Добываем сначала вот эту жилу. И как только они добудут вот эту... Охренеть, какая она огромная. То мы уже отправим ребят на добычу других жил. Точнее, нижние жилы. Это дождик сквозь скалу. Я думаю, что это там за такой маленький ресурсик. Так. Какие-то, знаете, шахты у нас странные получаются. Ладно, все, воюйте. Так, все вроде. Да, все. Сюда можно тоже построить лесенку. Да даже те... Не, давайте лесенку все же построим. Где там? Все равно, стройте из дерева. Как там дела идут? Вы выкашиваете последние, да? Кусочки противника. Молодцы. Так, пришел торгаш. Куда ж без торгаша-то, да? Торгаш живкой. Грифоны, да, они пышат огнем. Я тебя куплю, дружище. Тебя я куплю. Да вас даже за 300 можно взять. Продать только тебе, дружище, нечего, честно говоря. Я знаю, что продать. У меня все равно не будет животных. А так мы хотя бы не будем занимать этим местом. Да? Так. Повара. Не, зайдем в рецепты. Через рецепты удалим морковку вот эту и вот эту. А нам не надо. Просто не надо и все. Еще понять, откуда они пришли. Тут нет каких-то конкретных респаунов и так далее. Ну то есть, типа, знаете, мод, который покажет, где будут респауниться мобы на карте. Все. В каких местах будут проходить ивенты. Я бы те места... Ну да, это было бы совсем читерно. Те места можно было бы оборудовать турелями и все. И не париться. И мы бы спокойно всех выносили. Ну вроде больше нет. Но внизу было только один раз нападение. Они вот здесь пару раз появлялись. Тут, кстати, глухо было, как в танке. Тут тоже. Тут они постоянно появлялись. А отсюда вроде тоже кто-то приходил. Ну вон этот жучар до сих пор там ползает. Но от него толку ноль. Он бесполезный вообще. Поэтому нет смысла его валить. Так, ребята голодные бегут домой жрать и спать. Так, о, кстати. Кстати говоря.
Так, стоп, что это? А, это вот это? Там еще двух турелей не хватает. Тут вообще ни одну не поставили еще. Чем вы занимаетесь? Ставьте мои турели, быстро. Мне еще лес высаживать. Приличных тут таких размеров лес высаживать. Потому что дерева не хватает, а на производство слитков как раз-таки оно нам активно и нужно. И судя по тому, что дерево постоянно появляется, его где-то кто-то срубает. Так, ладно, с этим все. Как каменщики дела? Ну да, вы, я вас тут напряг конкретно, вы тут хреначите до потери пульса. Вы бы броню мне сделали. Было бы минимум приятно. Как максимум шикарно. Вас 5 человек, кузнецов. Я думаю, напрячь еще одного. У нас есть род для кузнеца место. Как бы, да? И мы можем сделать 6-го кузнеца. У нас 4 строителя. Ну, давай ты, например. Ты идеальный вообще. Ты кролик? А, ты не можешь быть кузнецом. Геомантом. Кстати, к нам еще геомант так и не пришел. Ты не можешь быть геомантом, значит, тебя толку ноль. Давай возьмем тебя. Ты будешь кузнецом. Прекрасно. Кто у нас по кузнецам? Вроде ты. Нет. Нет, кузнечный молот вроде каменщик может сделать. Давай, 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 в самый верх его. Вперед. Так, ты доносишь последний или только второй? А тут как? А тут дела вообще плохи. Тут еще 2 штуки тащить им. Но у нас никто пока не нападает. Пока тишь да гладь. Ну, нам делами заниматься еще дофига. Всеми. Вы че так долго-то такой толпой идете? Ты дурак? Или как? С жуком под водой болтать? Где заняться нечем больше? О, птичка, 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 птичка. Вот она, 4 сотки. Хоррор. Так, заберите вот это, пожалуйста. Это вы уже не заберете, потому что это как бы наше, но и не на... О! Ребят, вы там повоевать хотели? Жопу вам дерите пока. Маленьких таких, кстати, существ не приходит ко мне. О, белка сидит. Вот как до белки добраться, чтобы ее завалить? Вообще надо охотника найти. Я хочу охотника найти, потому что у охотника должно быть пудель. Я знаю. Напали уже, напали, все нормально. С ним должен ходить пудель. Его песель. Или он берет его только на охоту, что, кстати, возможно. И только когда он охотится на кого-то, он, этот пудель, появляется. Потому что я пару раз видел его. Да? Ну, было дело. Так, где моя гостиница? Мне цветочки нужны ваши. Все, смотрите. Мы завалили его, как нефиг делать. Из него выпал горшок. Немного ресов хороших. Ну ладно, окей. С этим проблем нету. Так, тут у нас что? У нас проблема, короче, с этим. Со шкурами. Во. Как ни странно, у нас проблема со шкурами. И еще, кстати, вопрос. Снаряжение. У тебя лук. А, можем же вот так вот. Нет, стоп, подожди. Давай дальше смотреть. Я хочу посмотреть. Вот, видите? У него и лук, и кольчуга, которым дают 6 защиты. Почему у остальных такого нет? Ну, вот у некоторых есть. Лук, кольчуга. Так, то есть как минимум у троих уже топовые луки. Но кольчуги нет ни у кого, кстати. Ну, ни у кого, почти ни у кого нету хорошей кольчуги. Так, тут есть луки. Я луки именно смотрю. Я уж не смотрю там про кольчугу. Мы и так знаем, что ее ни хрена ни у кого нету. Так, этот счастлив. Но у него тоже лук. Все, значит, наших луки есть. Так, в армии у нас еще кто? В армии у нас еще куча рыцарей. Это нормальный, это нормальный, это нормальный. Это не рыцарь. Так, это нормальный рыцарь. Это нормальный рыцарь. Нормальный для меня в броне. Так, ты вообще в какой-то шлеповой шапке. Но у тебя кольчуга нижняя есть хотя бы. Тут такая же система. То есть нам надо сделать 2 шапки. 3 шапки. И все. Кузнецы, как у вас дела? Ага, даже так.
Понятно. Правильно, зачем клепать шапки, когда нафиг их можно не клепать? Займитесь этим. Кто кубик бросил? А ну быстро оттащили его. Это моя турель. Кто-то жрать захотел, бросил его, блин, и свалил. Бесит меня такие люди. Как, зачем вас кормлю только? Не буду вас больше кормить. Тех, кто так делает, больше можно не кормить. Так, кстати. Вот это вот. Сюда вот поставьте меня. Так, а эту поставьте сюда. Так, там есть на кого охотиться. Сейчас мы посмотрим. Есть на кого охотиться. А как я? Да? Серьезно? Опа! Опа-пашеньки! Здрасте! Забор покрасьте. Ух ты, ё-моё! Прикольно, прикольно. Кстати, это шкуры и зелья. Ну не, я не пойду сюда, не хочу. Это долго. Это надо сначала к ним дорогу строить, которую вот такую же хотя бы, чтобы их скалы объединяли. Ну, предположим, сколько мы будем ее строить? Естественно, мы построим ее с этой скалы. Я не хочу вот отсюда ее строить. Да, она будет висеть в воздухе, да, это будет, естественно, не логично и все такое. Да, ну пофиг. Так. Нет, конечно, из камня, вы что вы. А давайте из бордового. Так. Нет, стоп, подожди. Короче, как это я сделал, я без понятия. Но давайте сделаем еще одну. Четвертую. Так. Ну, приблизительно, да. Но надо бы еще. А, во, все, я понял, как это делается. Магия! Так, стоп, подожди. Нет, вот отсюда. Что я там сделал? До хрена. Очень до хрена. Да ё-моё. А это ни хрена неудобно. Все, стройте. Да, она висит в воздухе. Да я уже в данный момент тут я уже кладу на физику. Потому что, ну не, строить все это... Мы можем, понимаете, с одного блока построить огромное сооружение. Можем замок на одном блоке построить. Который будет находиться всего лишь на одном блоке. Но это будет неинтересно. Это будет очень неинтересно. О, баллиста подъехала. Так, баллисты у нас вот здесь расположены. Активненько. Так, последняя баллиста. И очередное деревце. Ваза еще появилась. Ну, это фигня уже. Это вы можете забрать. Это вы не срубите, потому что они еще не доросли. Так, тут елочки подходят. Эй. Это вы можете все срубать. Дерево нам сейчас активно пригодится для турелей, для всего просто они нам нужны. И поэтому мы этим и займемся. У тебя пока что ничего вообще нету. Ну, я надеюсь, что там что-то появится. Ящики я новые выставлять не стал, потому что, ну а зачем? Слишком так много ящиков у нас. О, арбалетные болты. 1 из 6, правда? Вообще красота. Красота. Жалко, что тут нельзя какой-то приоритет выставлять. Типа, ну, сюда складывать там большую часть, сюда меньше. Ну, вы поняли. Приоритета, к сожалению, нету. Кстати, а как у нас дела у рыцарей? Я хотел посмотреть. У тебя щит на плюс 6. То есть, это плюс 10 и каска плюс 6. О, заяц. Как мы можем помочь? Мы справимся. Где эта лабудень моя любимая? Вот она, да? Опять? Короче, это третий камень уже. Блин. Это уже третий камень, который надо зарядить.
Вот я, кстати, по поводу тотемов не помню. Деревянный знак клана гоблинов. Что будет, если... Он вроде как их от... Кто-то мне говорил, или где-то я видел, или мне это приснилось, что вот эти тотемы, если их установить где-то, то они будут отпугивать гоблинов. Ну, типа, бойтесь, тут мы главные. Самый главный вопрос, как они до него доберутся. Я просто, если сейчас поставлю... А, ну я же могу лестницы в воду влепить. И все. А из воды им добираться до сюда будет дольше. Ой, погоди, мне склепали еще одного строителя. Из воды им будет добираться дольше, поэтому можем и поставить. Будем надеяться, что они поставят. Вот ты камень куда несешь? Один. А, они же, да, точно, они же камешки сюда таскают. Я вообще думаю сделать вот здесь мостик. Чтобы они приходили сюда и турельки им прям жопу рвали. Ну тут да, тут куча всего. Чего нам не надо. В принципе. Деревьев у нас и так дофига. Они тогда прям реально будут рвать им зад, если они будут просто вот день там появляться, проходить вот сюда, просто вот сюда подходить. Во-первых, турели будут наваливать им. Они пока сюда дойдут, их вот эта вот куча всех турелей просто разложит одним залпом. По 40, к примеру, одна сносит, да или даже по 60. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 турели по 60. Это 2000, 1200. 1320 это будет. Опа! Зайчик геомант. Опа, па. А вот и геомантик. Да, я знаю. Я знаю, я знаю. Где там что появилось? Вот, появились... Ачагец, это как раз хрень полная. Кладка камня, давайте ее выставим вот здесь, пусть стоит. Ачагецы — это цветочки. Хоть убейте, не помню для чего они. А вот это... А, это цветы нужны. Не-не-не-не-не-не-не, погоди. Пусть они их на склад отнесут. Мы строили как-то домик геоманта. Вот я не помню. Честно, я его снес или нет? Сейчас мы в строительство зайдем и посмотрим. Ой, было это давно. Так, давайте, короче, сейчас мы территорию вот эту выберем. Будем просто ставить и вспоминать. Это домик геоманта, 100%. Я вам прям вот уверяю, что это домик геоманта. Как я это понял, по вот этому верстачку и по вот этой... Вот здесь был у нас, да, мы его и оставим. Только это мы удалим. И поставим, да, новый домик на территории нашей базы. Который уже нет. Так, который уже застроен всем, чем только можно. Куда ж тебя влепить? Подожди, ты геомант? Геомант. Ты на камнях? Ты на камнях. На скале тебя построить? О, вот тут вот миленькое место. Ты прям будешь выходить и падать в небытие, да? Не. Будешь творить свою черную магию где-нибудь... неподалеку от арены? Не, не хочу. Да, территории маловато. Может, на воде ему дом влепить? Во, точно. Мы на воде ему влепим дом. Только это надо площадку построить сначала. Подожди, мы же можем как-то по-другому это сделать. Выбираем. Блин, да я не ту кнопку опять нажал. Где строительство? Выбираем вот так. Тихо. Потом нажимаем вот так. Нажимаем вот так. И поднимаем. Просто очень высоко. Дом, естественно, летает в воздухе. Естественно. Так. Естественно, он летает в воздухе. Еще причем не... Еще на два блока надо поднять. Или на один. На два. Не, на один, все правильно. Вот. И теперь нам надо просто построить площадочку от двери. Вот так вот. Ну, естественно, это жесть.
Это жесть, как бы на нее не смотреть, это жесть. Поэтому надо сделать колонну, которая будет поддерживать кусок дома. Хотя бы такую. Хотя бы такую. Да, хотя бы вот тут одну колонну. Давайте еще вот тут одну построим. Блин, домик Геоманта дорогой в плане реализации, потому что там прям... Он дорогими вещи... дорогие вещички там в нем находятся. Одни кровати только что будут стоить. Подожди, это... Нет, стоп, верни колонну. Это можно вот так построить. Так. Да, я, конечно, говорил, что я не хочу геоманта, но зайцы сами за ним прислали. Эй, да верни ты меня на место. Все криво. Все, что можно криво поставить, я уже поставил. Так. Давай вот этот сначала блок вниз опустим. Короче. Да, я хочу, чтобы все было более-менее красиво. Ты задолбал, серьезно. Так. Я сейчас... Подними мне хотя бы так, давай. Ну я реально, я сейчас психаную, что меня бесит. Я пытаюсь домик геоманта нормально построить, хотя бы более-менее, чтобы это было похоже на домик. Тут еще и сохранения внезапно влетают. Тут я вообще... А, стоп, нет. Тут непонятное строение, почему вот так вот она именно. Ты издеваешься? Так, ну вроде бы он не летает. Уже что-то хорошее. А тут мы, пожалуй, вот так сделаем. Все. Как-то вот так вот. Он будет на сваях, тут на чем-то таком. Да, вот тут будет входец. Да даже мы сейчас вон. Хотя не, зачем? Так уже вообще шикарно выглядит. Давайте только вот тут вот застроим. А, нам же еще огород надо построить. Ну огород можно вот здесь вот организовать. Так, и тропинку красную. Огород у нас будет вот здесь. Да, я думаю, вот такого огорода вполне будет достаточно. Вот, здесь... Да как ты это... Ладно, окей, это будет выход. Это будет выход отсюда. Вот сюда. Мы здесь... А, стоп, подожди. Мы же еще коричневым хотим соединить. Золотой там, да? Золотая дорога, наверное. Во. Все. А здесь мы уже оградки поставим и все остальное. Все, строить. Дом геморройный, скажу сразу. Тут хреново туча всего. Тут еще вон ящики золотые. Две штуки надо. Мечи, вазы. Жесть. Одним словом, жесть, как она есть. Я разрешаю вам сделать вот... А, у вас там есть уже, да? Вот так вот сделать. Там жесть полная сейчас будет. Реально. У нас еще лес есть откуда-то? Нам лес еще дали? Серьезно? А почему я его не видел? Камень я увидел, а лес не увидел, да? Вот он. А, и глину дали. Так, эта хрень заряжается? Заряжает. 8%. Ребята, как у вас дела? Домик геоманта будет построен от слова совсем не скоро. Вот ты давай вообще наверх.
ты тоже. Такое чувство, что их придется покупать. Потому что я что-то думаю, что строить это они будут очень долго. А еще я понял, что мне не нужна броня. Мне не нужна броня. Убрать броню. Мне нужны только шапки. Так, да, кстати, здесь получше немного. Займитесь пока этим делом. Так, ты. Ну ты сейчас тут сделаешь все. Я не переживаю, у нас цветов каких-то нету. Цветы морозоцвета. Морозоцвет, морозоцвет. Подожди. Морозоцвет. У нас должен быть морозоцвет. О, мастерскую геоманта уже сделали. Давай пока мы тебя выставим вот здесь, под охраной всего. Шутка, не здесь, здесь отвратительно. Давай, а где она? Вот здесь тебя поставим, прямо перед твоим будущим домом. Начинай клепать. Цветы пока вот тут высадим, здесь еще потом их уберем. Так. Если мне не изменяет память, мы не достроим дом. Стоять. Мы не достроим дом. Мы не достроим дом по причине того, что нужно из стекла вазу сделать. А у нас такой вазы в принципе нету. Потому что кое-что пошло не так, и вазы у нас такой в принципе нету. Почему у нас ее нету? Почему у нас ее нет? А нет у нас ее потому что... Так, во-первых, гобелен убрать отсюда. Нет этой вазы потому что... Да и это тоже, кстати. Потому что она делается у глинщика. А глинщика у нас в принципе нету. Поэтому что нам надо делать? Правильно, нам надо идти на рынок. И торговать еще вазу. Потому что либо придется дом с нуля сносить просто и надеяться на авось. Ну, да, глинщика найти будет сложно. Да, облом. Да, с вазы будет облом, потому что все остальное там, дерево, все это у нас есть как бы. Нам это все привезут, мы это все создадим. Кстати, вот, давай купим ящик. Ага, 397 монет, даже так. Давай продадим. Я хочу купить ящик, мне лень его крафтить, серьезно. Тем более это будет долго. И? А, да, на паузе не появляется торгаши. Опять ящик можем купить? Да? Нет, не можем. Тут морозоцвета нет. Да, печальненько. Ладно, будем ждать живку. Живку, скажешь, людей, которые придут нам и будут нам помогать. Так, у нас есть турелька. У нас есть турелька, у нас есть турелька. Тут ни хрена. Вы чё? Донесите... Бесите меня. Их заставлять надо. Говорю, по-нормальному. Донесите две турельки. Нет, муму травят. Тут такая же фигня. Что сложного донести две турельки? Тут они... А, тут они, кстати, вообще ни одной не поставят, потому что... Некуда. Так, мы не здесь. Где мы еще одну турельку выставляли? Тут 4 уже. А, вот еще куда турельку выставляли. Все. Так, с этим мы, в принципе, разобрались. Они уже накрафтили столы некоторые. Так, у тебя все вообще шикарно. Морозоцвет надо где-то будет взять. У тебя надо будет взять зайца. Ё-моё, 8 ковров, 9 ковров. Ой-ой-ой-ой. С коврами, кстати, жесткая проблема будет. Нужно будет охотника теребить вовсю. Потому что без охотника мы ковры не сделаем. Зайца он еще как-то она... Они сделают зайца? Да? Одного. Блин, как нам повезло, что у нас один заяц. Кузнец, у тебя сундук и это. Больше тебе ничего нету. У повара ничего не надо. От тебя, в принципе, ничего не надо. От инженера. А вот и геомант. Он может клепать насекомых. Но для этого ему там надо всякие хрени. Камень, блок поверхности. Камень, блок, склад. А, извиняюсь, скал. Это верстак геоманта для создания големов. Да, я помню этот верстак. Здесь он семена как раз таки делает, но требуется охренеть третий уровень.
А что мы можем делать вообще сейчас? Геоманта, подожди, а верстак геоманта че еще не поставили, что ли? Где его дом? Его дом вот здесь. Верстак геоманта так и не поставили. Соберите с растений все. Че мы ему травим-то? Вот вы меня бесите этим, серьезно. Я вас верил, а вы меня вот так вот подставляете. Сейчас они построят две лестницы и быстренько доделают дом. С отделкой будет тяжело. Я думаю, сносить его прямо сейчас, пока они не добили. И ставить его на место уже, да, без вазы. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, ладно. Я, короче, не буду тут строить дом геоманта. Да. Я так подумал. Тупая эта затея. Да. Тупая эта затея строить тут дом геоманта. Потому что я снес все. Я снес все, что только можно было. А, надо было сохранить сначала. А не сносить сразу. Слушайте, давайте дом геоманта. А, мы не можем дом геоманта влепить на этой хрени, да? Вот здесь мы его поставим просто и все, не будем выпендриваться. Нам все равно огород нужен. Впритык? Кстати, да, нет, впритык не пойдет. Тогда все же будем строить дом геоманта вот здесь. Только сначала отменим у вот этих ребят. Отменим вот это. Им это не надо. Сохранение. Конечно же, сохранение. У тебя... Подожди. Косичнул? Косичнул. Естественно. Опять косичнул. Я косячу просто в путь. Я опять забыл построить... Я опять забыл вот так сделать. Зайца нафиг убери. Чё? Я говорю, убери зайца. Ты чё, их гонишь, что ли? Почему весь пол стал красным? Вазу убери. В смысле? Вы чё, хотите сказать, что весь дом держится на вазе? Это неправильно. Дом не должен держаться на вазе. А, все, это глюк был. Это был гребаный глюк. Да и, кстати... Вот все это можете сохранить и строить. Так, с этим мы закончили. Теперь мы заходим сюда быстренько. Отменяем вот это. Отменяем. Так, это там все делается. Это мы все отменяем. Это вам все не надо строить. Кстати, как и зайца. Так, у каменщиков... Три окна и три окна. Надо вверх поднять им. Чтобы они потихоньку начали их клепать. Ну, вот так вот приблизительно. Так, кузнецы. Вы там делали вот это все не надо. Повара ничего не делали, ты ничего не делал, инженер ничего не делал. И геоман там начал хрену тучу верстаков клепать. Так. Можем создать целую одну. А этих можем создать 30. Чтобы было. Все, клепайте, работайте. Да, с верстачком, конечно, я накосячил. С домиком геоманта. Это что такое?
А, это жопа Грифона, я звучит такой. Торчит что-то из-за стены. Странно. А вот, тут у нас все, да, тут они уже все уже произвели, все, что надо. И все, что не надо, они произвели. Дикий мразоцвет, кстати говоря. Кстати говоря, дикий мразоцвет. Да, вот здесь его посадим. Тут все есть. Вазу мы удалили, это мы удалили. Это значит, все не надо. Ну что ж, давайте на этом пока что будем заканчивать. В принципе, все у нас прекрасно идет. Территория у нас тут выстраивается. О, кстати, да, надо сейчас парочку штришочков сделать. Это уже я, наверное, вне серии добью. Да, тут на некоторых надо выставить... Хотя давайте сейчас добьем, чего бы нет. Вот, у нас все идет прекрасно, полным ходом. Башни достраиваются, как только башни достроятся. Мне не надо будет использовать строителя. А если мне не надо будет использовать строителя, это означает, что мне не надо будет строить. Да? Да. Ну, вообще, хоть что-то дальше. То бишь, мы сможем тогда перенаправить всех строителей в другое русло. А, например, на как раз-таки каменщиков, да, построим огромный... Кстати, я хорошо вспомнил про каменщика. У нас же житель один хочет кузнецом стать. Ты, например, да? Где ты там, друг мой? Вострой осталось? А почему у меня заяц-геомант? Кто мне объяснит? Вас сейчас останется двое, я вас разочарую. Поздравляю, ты кузнец. Я поздравляю тебя, ты кузнец. Угу. Все, у нас 6 кузнецов. Да, я аж правильно понимаю, что у нас 6 кузнецов. Где там кузнецы? Раз, два, три, четыре, пять. И 6-й кузнец. Поздравляю. О, все. 6 кузнецов дадут нам больше руды, которые не смогут переплавить. И всего остального. Так, двоих строителей плюс строителей, которых мы уже создаем из каменных этих, нам вполне будет достаточно. Ну что ж, давайте на этом, наверное, пока что закончим. Продолжим уже в следующей серии. Я сейчас быстренько мельком обегу тут, посмотрю, нет ли какой угрозы. Да даже если она есть, фиг с ней. Я думаю, мы с ней справимся уже в следующей серии, либо вне записи. Я тут вне записи выкашивал. Ну хотя нет, там как выкашивал? Пару... О! Дурачки набрались. А, парочку, да, вот таких вот, с таких мест. Я их снимать не буду, пусть они там помирают. Мне от них толку нулевой. Ну а что мне лестницу туда строить, чтобы их отстреливать? Нет, конечно. Легче поставить вот тут вот просто одну турельку, которой у меня, кстати, нету. Вообще никакой нет турельки. Это как? А что вы делаете? Почему вы не делаете окна, как я вам сказал? Ладно, хрен с ним. А вот, и все, и просто их выкосить. Никаких проблем. Ладно, на этом будем заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артем. Всем пока.